Глава Карачаево-Черкесии Рашид Цимризов провел рабочее совещание с членами правительства республики по вопросам здравоохранения и образования. Прежде всего, на нем была затронута тема сохранения здоровья детей и подростков, горячего питания в школах и организация медицинских профосмотров. Напомню, что в Карачаево-Черкесии организовано 100% бесплатное горячее питание для начальных классов во всех 173 школах региона. Предусмотрена компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 5 по 11 класс. Также в республике действует денежная компенсация на обеспечение бесплатным горячим питанием детей участников СВО. Глава республики дал поручение правительству усилить контроль за качеством организации школьного питания, особенно для детей, имеющих проблемы со здоровьем. Также он подчеркнул необходимость уделять более пристальное внимание профилактическим осмотрам детей с целью ранней диагностики и своевременного лечения.